хотите получить возможности гения? Или управлять роботами силой мысли? Не волнуйся, милая, со мной все в порядке. Операция была безболезненной. Сегодня достаточно сделать инъекцию нейрополимера, и вы... Человек будущего! В комплексе ходит человек. Он вооружен, и на нем экспериментальная полимерная перчатка. Шансов ноль! Стань частью коллектива и обрети сверхвозможности! Солдат, поднимайся. Очнись. Как ты? В норме. Вставай. Выучить китайский язык за 5 минут. Стать доктором квантовой физики за 1 час. С запуском коллектива 2.0 такие знания будут доступны каждому. Скоро мы прибудем в точку назначения. Расчетное время прибытия 11.47. Рот, заткнись! Да какого хрена я вам всем должен здесь верить? У нас 30 секунд, двигаем! 30 секунд до чего? До полного пиздеца, блядь, сынуля! До полного пиздеца! Хрень здесь происходит. Роботы вышли из-под контроля. Они убивают всех, кто видит. Мы знаем, чьих это рук дело. Ты должен прекратить этот кошмар сейчас. Человечество обречено на вечное рабство. Через твой суд его уже будут не остановить. Не доверяй ему. Твою мать, я уже не знаю, кому ты по всем можешь доверять! Dear radio listeners, we remind you, on the night of June 12th and 13th, the all-union polymer vaccination will take place. On Monday, all citizens of the USSR will wake up in a completely new world of endless possibilities. We will make a colossal leap in the field of scientific and technological progress and social development, leaving far behind the world of rotting capitalism. At the same time, despite all the ideological differences and outright capitalist lies about the ambiguity of polymer vaccination, our country is ready to generously share this advanced technology with the whole world. There is no reason for concern. The vaccination procedure is absolutely harmless, which has been confirmed by numerous medical studies in various institutes of our vast homeland. The country's top leadership, headed by Andrei Leonidovich Khrushchev, has already passed the vaccination procedure and reports excellent health. Long live Soviet science. The next step is polymer education for every person in every corner of our globe. Военный парад, как уже полным ходом идет подготовка к праздничному шествию в честь запуска нейросети «Коллектив». Торжественное мероприятие пройдет на Красной площади в воскресенье 12 июня за день до всеобщей полимеризации, который также объявлен праздничным днем. Вместо военной техники по улицам пройдут все доступные модели роботов. В небе вместо авиации поднимутся дровы и сипухи со специальной пилотажной программой. Парад будет транслироваться по всем теле- и радиоустройствам. Thank you.
Раз. Да? Эти ребята не оживут за моей спиной? Не волнуйтесь, у экспонатов отсутствует блок питания. Ловлю на слове. Это я понимаю, Харуме. Храф, какой у нас там план-то? Вам приказано зачистить территорию выставочного комплекса из 4 этажей. Начинайте с любого. Зачем тут пылесосы? Ну, пыль. На экспонат с внутренностями кита. Тут представлены не только органы дыхания с пищеварением, но и... Так, раз. Хорош. Кто в банках? Детектирую органические объекты, состоящие из смеси желе и различных животных организмов. Понял. На закуску оставили. Надеюсь, вы не будете пробовать их на вкус. Да, выглядит не очень аппетитно. Эй, Храс! Тут одна закуска выбралась из банки. Я вернул тебя в стену. Thank you.
Профессор сказал, что ты третьи сутки не спишь. Не хочу. Снотворное? Бутылку водки? Скажите еще. Водку со снотворным. Вы же знаете, я этого не люблю. Мой мозг – моя крепость. Знаю. В детстве меня удивляло, что брат боится спать в темноте. Мама оставляла ночник. Брат это успокаивало, а мне мешало. Свет сковывал воображение. По той же причине я не любил детские книги. В них были картинки цветные. Не настоящие. Именно. Книги из отцовской библиотеки выглядели интереснее. История, медицина, теоретическая физика. Наука не пытается представить мир ярче или безобиднее. Не выдает ложь за истину. Она просто излагает факты. Так я узнал, к чему мне готовиться. А еще я сделал одно открытие. Чудовище в темноте ведет себя естественно и подлежит изучению. Чудовище на свету носит маску и потому непредсказуемо. То есть опасно? Очень опасно. Более того, чаще всего именно свет и делает нас чудовищами. Понял, о чем я? Более-менее. Я могу выключить свет? Да. Переступим освещение.
идиот. О, сука! Да отъебись ты! Пошел нахуй! Тупая скотина! Сюда! Сюда!
Уважаемые коллеги, в связи с чрезвычайной ситуацией просим вас оставаться в помещениях до распоряжения начальника госпиталя. Пожалуйста, соблюдайте спокойствие. Все жизненно необходимое будет доставлено в блок госпиталя карантин. Особенность планера – машущие крылья. Крылья приводятся в движение ножными педалями. Такие летательные аппараты называются орнитоптерами. Ha ha ha!